Здесь даже есть телефон экстренной помощи. Неужели все до такого доходит, что... Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал Zoom Slime. Сегодня я решила снять такое экспериментальное видео на тему 100 рублей на слайм. Я сегодня реально потратила на один слайм 100 рублей. Я купила вот такой вот набор от фирмы Lori Alchemy. Кстати говоря, прикол в том, что я его покупала не в фикс-прайсе, а в магазине с игрушками. Но стол он точно так же, как и в фикс-прайсе, 90 с чем-то рублей. Даже, честно говоря, немножко дешевле, потому что цена была где-то в 95 рублей, либо же в 96 рублей. Как мы все знаем, в фикс-прайсе подобный набор стоит 99 рублей. Единственное, чем он отличается, это, мне кажется, упаковка. Но на самом деле я в этом не уверена. В общем, мы сейчас в этом разберемся. Также я купила вот такой вот слайм. Он стоил в районе 70 рублей. Суть подобных видео в том, что я хочу снимать такую рубрику 100 рублей на слайм. Я буду выделять 100 рублей и покупать, допустим, два разных набора ингредиентов для приготовления слайма, либо же, допустим, какой-нибудь набор за эту сумму, если я еще какой-нибудь вдруг найду там в районе 100 рублей. Также это может быть покупной какой-нибудь слайм, и мы будем их сравнивать, что же лучше взять, допустим, вот такой вот набор за 99 рублей, либо же купить слайм за 70 рублей, что выгоднее, что прикольнее и так далее. Если вам нравится такая рубрика, не забудьте меня поддержать и поставить большой пальчик вверх под этим видео, потому что я стараюсь придумывать для вас постоянно что-то новое. Также, кстати, вы можете свои идеи писать в комментариях, я буду к вам прислушиваться. Ну а теперь предлагаю начать. Первым делом я, конечно же, хочу протестировать вот этот вот набор Alchemy цветной лизун. Я очень надеюсь на то, что он будет такой же классный, как и набор из фикс прайса, потому что почему? Ну, в общем, просто я на это надеюсь, потому что хочется сделать классный слайм. Этот слайм я пока что убираю в стороночку, и мы начинаем. Таким образом выглядит коробочка с обратной стороны. Дата изготовления 4 апреля 2019 года. Самая важная информация. И таким образом выглядит коробочка с передней стороны. Открываем, смотрим, что же у нас здесь есть. О, перчаточки, которые я так не люблю. Все, коробка абсолютно полностью пустая. В ней больше ничего нету. Смотрим на набор, который здесь был. Это активатор. Такая же штука, как и продается в фикс-прайсе. Ну, в общем, там такой же вот этот вот... Ну, вы поняли. А тарелки нету. Есть палочки, есть перчатки и есть инструкция. Где моя тарелка? Здесь в инструкции есть тарелка. Инструкция в точности такая же, как и в наборе из фикс-прайса. Что за подстава? Скажите мне, пожалуйста. Здесь даже есть телефон экстренной помощи. Неужели все до такого доходит, что... По оказанию первой помощи. А, это если... Короче, капец. Оказывается, делать лизуны это очень опасно. Вы посмотрите. Так, нам нужно рекомендации к действию. Перед началом работы с набором наденьте перчатки, вылейте на раствор в пустую пластиковую емкость. В общем, инструкция очень простая. Нужно вот эту вот жижку налить в емкость, которой, к сожалению, нету в комплекте. Далее это все перемешать. И, наверное, все. Типа готово, да. Типа снимите перчатки, достанете полученную массу и тщательно разомните в руках. Лизун готов. Класс. Было бы очень круто, если бы вот эта самая емкость была в комплекте, потому что я ее не подготовила. Сейчас придется за ней сходить. Та-дам! А вот и моя емкость пластиковая. Я решила взять такую же тарелку, прямо под цвет вот этой вот жижки, которая здесь есть. Перед тем, как ее вылить в тарелку, предлагаю вот это вот все взболтать, потому что видно, как здесь все, ну, не совсем однородной массы, поэтому встряхиваем, взбалтываем и смотрим, что из этого получится. Я думаю, пора открывать и наливать в тарелочку. Она офигенно вкусно пахнет яблочком. Ну, вернее, это жидкость. Вот эта вот штука реально очень вкусно пахнет. Берем вот эту штучку. Я на самом деле принесла ложечку. Смотрите, какая классная, миленькая. Но потом подумала, что воспользуюсь вот этой палочкой, которая есть в комплекте. Открываем активатор. Как обычно, он очень плотно закрыт. И начинаем наливать. Все, я вылила весь активатор, теперь тщательно перемешиваем. Все,
Все, ребят, смотрите, слайм полностью готов. Это реально получился такой же слайм, как и набора, как и из набора, который продается в фикс-прайсе. Это не лизун, вот это именно слайм. Он очень приятный по текстуре. Очень вкусно пахнет то ли яблоком, то ли какой-то черешней или вишней. Я, честно говоря, не совсем могу понять, но ароматизатор очень-очень клевый. Я отодвину тарелку, хочу показать вам, как можно круто похрустеть этим слаймом. Делаем розочку, та-дам, смотрите, какая классная. И теперь пробуем покликать. Единственный, наверное, минус этого слайма, то, что он очень маленький. Мне кажется, слаймы, которые я делала из фикс-прайса, из подобных наборов, они были побольше, что ли, и там была тарелка, это было так круто, здесь мне пришлось воспользоваться своей. В общем, не будем о тарелке, а все-таки давайте поговорим о слайме, и действительно, его, наверное, самый главный минус, это его размер, потому что он очень-очень миниатюрный, и как бы я за это заплатила 100 рублей, а слаймик такой маленький. Хотя 100 рублей это вполне адекватная цена за такой набор, то есть вообще норм. Обычно наборы стоят намного дороже, но в сравнении с тем же слаймом, который, мне кажется, будет больше по размеру, вот этот слаймик намного меньше. Просто офигенный, реально очень кайфовый. Кто покупал такой же набор, скорее пишите в комментариях, как он вам понравился или нет, получился ли у вас такой же слайм, как у меня получился сейчас. Я его сделала буквально за пару секунд, то есть вообще очень-очень быстро. И теперь давайте попробуем уже посмотреть на вот этот слайм, что он из себя представляет, какой он. Итак, что же здесь написано? Мега Тойс, тут какой-то сайт, не реклама, так что не смотрим. И, в общем, очень много информации, но так все плохо пропечатано, что мне на самом деле ничего не видно. И самое главное, то, что здесь был вот такой вот шармик в виде многоножки. Она такая страшная на самом деле. Текс. Обалдеть. Обалдеть, он пахнет Кока-Колой. Вы представляете, Кока-Колой, я просто в шоке. Этот слайм мега кристальный, мега прозрачный. И даже вот эта вот странная многоножка не такая уж и ужасающая. Не, на самом деле ужасающая, потому что я боюсь подобных зверей, и мне стрёмно. Скорее ставьте лайк, если вы боитесь насекомых, неважно, это будут, я не знаю, там, пауки, многоножки, муравьи, я очень сильно их боюсь. Ну, то есть пауков я даже боюсь не так сильно, как вот подобных вот этих вот мерзких существ. Они такие стрёмные. Все, ладно, прекращаю болтать, давайте смотреть на слайм. Классно кликает, теперь попробуем растянуть. Растягивается, но начинает рваться. У него совершенно другая текстура, нежели чем у этого слайма. Она такая более лизунообразная, если можно так сказать. В общем, она больше похожа на лизун стандартный магазин, нежели чем на слайм. Но тем не менее, он свежий, и за счет этого он классно тянется. И даже можно видеть, какой этот слайм прозрачный, несмотря на то, что я им уже активно поиграла. Ну а теперь я предлагаю устроить параллельное кликание. Но они просто замешались. В принципе, я готова подводить итоги этой битвы и хочу сказать следующее. То, что мне в этой битве, честно говоря, больше понравился набор «Сделай сам». Он более интересный сам по себе, то есть ты не просто, типа, играешь со слаймом, ты хотя бы, ну, типа, что-то поделал, хотя бы слайм сделал сам.
Слайм сделал сам, набор сделал сам, ну, в общем, вы поняли. Ты, типа, такой, достал все из наборчика, сделал прикольный слайм. Я уже готова подвести итоги этой битвы, и, скорее всего, в этом бою, если можно так сказать, мне больше всего понравился вот этот вот набор, сделай цветной лизун от фирмы Лори, нежели чем вот этот вот слайм. Хотя он был дешевле и все такое, но... Я, исходя из того, что мне всего лишь 100 рублей, и куда бы я хотела потратить эти 100 рублей, я бы потратила на вот такой вот набор, потому что слайм, во-первых, очень классный, он классно тянется, классно хрустит. Из него стопудово надуваются классные пузыри, смотрите. Ну, практически, как бы, если бы Маша была бы не рукожопая, Маша бы надула пузырь. Давайте попробуем еще раз. Реально надуваются классные пузыри. Я думаю, вы поняли, что я хотела вам донести, то, что этот слайм, это более слаймовый слайм. То есть, вот, ну, прям слайм. Насколько это можно сказать, то это слайм. Короче говоря, надеюсь, вы меня реально поняли. Эта же штука, это больше как покупной лизун, боже мой. Все, оки-доки. Но хотя она тоже очень классная, она классно тянется, она свежая, даже вот эта штука, она очень милая, вот эта вот многоножка. Но в любом случае в этой битве я выбираю набор «Сделай цветной лизун». Скорее пишите в комментариях, чтобы вы выбрали, будучи у вас 100 рублей, чтобы вы лучше купили вот такой вот слаймик прозрачный, уже готовый, с такой вот штукой страшной, либо же набор «Сделай сам». Что вам больше понравилось и что вам больше по душе? Мне нравится то, что этот слайм прозрачный, то, что здесь есть вот такая вот фиговинка, и то, что здесь есть контейнер, в котором это нужно хранить, потому что здесь мне нужно сейчас искать контейнер, в который я положу вот этот вот зеленый слайм и как бы вообще сохраню его. Если же куда-то идти, там, типа, тебе нужен слайм, чтобы поиграть, короче говоря, я опять разболталась. Да, в этой битве все-таки я выберу вот такой вот цветной лизун. Скорее напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Набор, либо же вот эта вот штука прозрачная с вот этой вот штукой. Непрозрачной, очень страшной. Но на этом это видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его до конца. Не забудьте написать в комментариях ваши варианты, что можно сравнить в районе 100 рублей, из чего можно сделать слаймы, какие слаймы купить на сравнение. И также пишите идеи для видео ваши, которые вы бы хотели видеть на моем канале. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи, всем пока!